Так, 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 танкисты, всем огромный привет. Короче, сегодня я в очередной раз порадую вас очень полезными, а самое главное, крутыми новостями. Значит, в этом ролике вы узнаете про новый бонус-код, который до сих пор работает, а еще про новую ветку итальянских ТТ и новые танки, а также про новые ивенты, бесплатные танчики и кучу другой полезной халявы. Так что, братишки, обязательно прожимайте лайкос и оформляйте подписку на канал, ведь мы идем к цели в 120 тысяч подписчиков, и мне очень сильно нужна в этом ваша поддержка. Ну а теперь хватит заряжать снаряды, за микрофоном для вас, как обычно, вещает Андрюха Энези, который желает каждому наиприятнейшего просмотра и аппетита, и мы начинаем. Погнали! Итак, начать я хочу с нового бесплатного контейнера на Алесте. В прошлом ролике я все рассказал про этот контейнер, когда его добавят, показал его содержимое, ну и конечно же, как его можно забрать. Но почитав комментарии под прошлым роликом, я вижу, что до сих пор есть подписчики, которые реально не понимают, как можно получить этот бесплатный контейнер. Поэтому давайте сейчас я вам все покажу и расскажу. Короче, для начала нужно перейти по ссылке в описании, которую я оставлю. После этого вас перекинет на сайт Лесты. Там вам нужно просто авторизоваться, а далее зайти в премиум магазин, выбрать Tanksblitz, нажать контейнеры, и тут вы увидите тот самый контейнер, который вы сможете бесплатно забирать каждые 5 дней. После этого вы просто заходите в игру и открываете этот контейнер. Содержимое этого контейнера вы сейчас можете видеть на экране. Надеюсь, я помог всем тем, кто был не в курсе. Ну и конечно же, желаю вам удачи при открытии этих контейнеров. Так, теперь переходим к следующей очень интересной новости, потому что она будет про новую ветку итальянских тяжелых танков в Вод Блиц. Значит, смотрите, сейчас известно то, что эта ветка появится в игре в 4-м сезоне. Также известно, что танки будут с хорошей мобильностью, но с такой себе броней. Еще известно, что альфа у десятки будет 420 единиц. И еще десятка будет иметь два орудия. Первое на два снаряда с дозарядкой, а второе с резервным снарядом, что на самом деле очень прикольно. Но, как вы понимаете, 4-й сезон еще не скоро, так что придется немножко подождать. Также игрокам Лесты тоже придется немного подождать, потому что в прошлых роликах я рассказывал, что разработчики Лесты также готовят новую ветку. Если вы вдруг не были в курсе, то эта новая ветка станет абсолютно новой нации, с новой механикой. Короче, это будет что-то новое и совершенно непонятное. На экране вы можете видеть сейчас один из премиум танков этой ветки. Кстати, если у вас уже есть догадки, что это за нация, что это за класс техники, то обязательно пишите об этом в комментариях. Возможно, вы окажетесь правы. А еще возможно то, что может реально есть люди, которые уже знают, что это за нация. Так что обязательно делитесь. Так, дальше хочу рассказать вам про халяву на Лесте. Короче, помните, в прошлом ролике я рассказывал вам про секретный день с наградами. Так вот, лично я не смог разгадать эту загадку, но зато это смогли сделать вы. В комментариях очень много подписчиков написали, что в этом году в феврале будет 29 дней. А такое, как вы знаете, случается раз в 4 года. Так вот, что это может значить? А это значит то, что 29 февраля в игре будет особенный день, в честь которого будут раздавать либо какие-то подарки, либо начислять какие-то крутые приказы, либо даже разработчики создадут новый бонус-код, который, конечно же, раздадут. Так что обязательно подписывайтесь на мою телегу по ссылке в описании, чтобы не пропустить новый бонус-код, если он, конечно же, будет. Ну и досмотрите мой ролик до конца, потому что в нем я расскажу про новый бонус-код, который до сих пор работает на момент создания ролика. То на Wargaming всем игрокам приходит вот такое предложение, в котором вам предлагают купить приказ за 299 золота, в котором нужно за 20 минут получить 3 знака классности 2 степени или выше. И за это в награду вы сможете получить премиум танк 7 уровня АМХ-1357. На самом деле очень прикольный приказ, и мне непонятно, почему разработчики Лесты не делают такие приказы для своих игроков. Сейчас я хочу обратиться к игрокам Лесты. Короче, если вам нравятся такие приказы, то дайте знать об этом, пожалуйста, в комментариях. А я, в свою очередь, постараюсь передать эту информацию разработчикам, потому что разработчики Лесты, они на самом деле очень лояльные, и они постоянно прислушиваются к блогерам и пытаются как-то улучшить игру в лучшую сторону. Не всегда, конечно, но хотя бы пытаются. Так, теперь хочу поделиться с вами информацией про контейнеры, которые в скором времени введут продажу. Значит, на Лесте уже скоро в продажу закинут контейнеры с танчиком MBT. А еще на Лесту скоро завезут британские контейнеры, содержимое которые вы сейчас можете видеть на экране. А что касаемо Wargaming, то туда скоро завезут контейнеры с новым танчиком Elephant, а еще завезут контейнеры с еще одним новым танчиком Объект 590. Так, ну а перед тем, как перейти к новому бонус-коду, хочу показать вам новые танки и камуфляжи от инсайдера BlitzCup. Значит, смотрите, первое, что вы видите, это новый легендарный камуфляж на Е75, который будет на Лесте, и который можно будет получить в мартовском боевом пропуске. Выглядит он на самом деле очень круто и прям 9 из 10 точно. Но это лично мое мнение, а вы пишите вашу оценку в комментариях. Так, дальше на экране вы видите новый легендарный
камуфляж для премиум ПТ 8 уровня TI-5 Carry, которую уже должны очень скоро завести в продажу. Я очень сильно надеюсь, что на следующей неделе. Ну и напоследок покажу вам еще раз объект 283, только уже от лица свободной камеры. Так, дальше хочу рассказать, что на Wargaming в следующем обновлении добавят новый легендарный каму на Кобру, также на ИСа 4, также на CS-53, он будет в мартовском боевом пропуске, и еще легендарный каму на CMV. Еще стало известно, что в следующем обновлении на ВГ в PBR-качество переведут следующие танки: AMX MLE-45, Т-22СР и еще Т-62А. Правда, Т-62 лучше бы и не переводили, потому что ей уберут УВН на минус 1 градус, то есть у него было 7, а станет 6, и на самом деле это очень сильно ухудшит геймплей. Так, ну а дальше хочу рассказать вам про новые ивенты как на Лесте, так и на ВГ, которые уже добавят в скором времени. Значит, смотрите, вот Blitz завезут вот такой ивент, в котором каждый игрок на халяву сможет получить коллекционную ПТ 8 уровня Элефант, а еще сниппеты, бустеры, камуфляжи и еще какой-то ивентный детонатор. Так что, пацаны, готовьтесь, потому что этот ивент должен уже начаться в марте. И, кстати, на Лесте тоже в марте будет старт нового ивента под названием Золотой фон. В этом ивенте игроки на халяву смогут получить Сцептора, Е25 и еще элитный сейф, в котором на секундочку будут мистические контейнеры, сертификаты на танки, а еще 100 тысяч золота, новые камуфляжи, осколки и самое главное, вот такой секретный бейдж, который можно будет обменять на 15 тысяч золота. Если что, этот ивент будет длиться до 11 марта, то есть он будет проходить 5 дней, так что я сейчас настоятельно советую вам всем максимально копить свои ресурсы для того, чтобы быть максимально подготовленным к этому событию. Так, теперь хочу рассказать вам про новый бонус-код для WhatBlitz, который до сих пор работает. Значит, этот код вы сейчас можете видеть на экране. Если что, он пишется как Dune Part 2, и чтобы его активировать, нужно просто перейти по ссылке из описания на сайт игры, и чтобы его активировать, нужно просто зайти на сайт игры и его ввести. Этот код дает сертификаты X3 опыта, сниппеты, а также бустеры и бустеры с золотом, что на самом деле на халяву очень таки круто. И смотрите, пацаны, касаемо бонус-кодов, их очень давно не было, и сейчас, как видите, они начинают появляться, так что я вам всем настоятельно советую подписаться на мою телегу, потому что там я один из самых первых публикую сразу же бонус-коды для своих подписчиков, чтобы они успевали ввести их самые первые. И еще мне почему-то кажется, что Леста 29 февраля выпустит новый бонус-код, ну либо же новый бонус-код в марте, так что я обязательно советую подписаться, пацаны, чтобы ничего не пропустить. Потому что вы сами понимаете, сделать пост в Телеграме это просто ну 10 секунд, а сделать новый видос это пару часов, а за это время код может перестать работать. Так что подписывайтесь на телегу, чтобы ничего не пропустить. Так, ну а дальше хочу рассказать вам про еще одну халяву для WhatBlitz. Короче, в Стиме появился еще один бесплатный набор, который дает фон профиля и кучу других крутых наград, и все это можно получить абсолютно бесплатно. Для этого нужно просто скачать игру в Стиме, зайти в дополнение, добавить это дополнение и все, и просто активировать. Только самое главное, что этот набор можно будет получить до 26 февраля, так что поспешите, потому что осталось, получается, 2 дня. Так, ну и напоследок хочу показать вам два новых фона профиля для WhatBlitz. Первый с мартовского боевого пропуска, а второй фон будет посвящен третьему сезону. Так, дальше хочу рассказать, что на Лесте до 26 февраля проходят скидки, так что я советую всем поспешить, затариться, прокачаться, купить легендарные камуфляжи и все, что вам надо, потому что 27 февраля скидок уже не будет. Так, ну и последнее, что хотел рассказать, что вся эта коллаборация с фильмом Дюна 2 в WhatBlitz является эксклюзивной. Вы спросите, что это значит? Это значит то, что вот этот новый танчик, вот эти новые фоны профиля, вот эти новые аватары, их больше нельзя будет получить. По словам разработчиков, это будет единственная такая эксклюзивная коллаборация, награды которой можно получить только один раз. Так что если вам вдруг понравился этот танчик, либо вот эти новые аватары, камуфляжи, то советую получать их прямо сейчас, потому что больше, по словам разработчиков, их нельзя будет получить. Ну а теперь, братишки, мой ролик, к сожалению, подходит к концу, так что я, как всегда, очень сильно надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и подписки. Ну и если вы тот самый преданный подписчик, который досматривает мои ролики до конца, то напишите на этот раз кодовое слово «бонус-код» в комментариях. Ну а теперь я буду с вами прощаться, всех обнимаю и увидимся в следующих моих роликах. Всем пока!